Эй, ну ты идешь? Сейчас позвоню по ней. Алло. Ты где? Я вернулась к прошлому. Забудь меня. Я со туманенным рассудком куда-то не спеша иду. Ты вернулась в прошлой жизни, почему я не пойму? Сколько времени я пытался отучить тебя от дозы, вспоминая смутно скандалы, крики, слезы. Потом вроде привыкла ты, стала жизнь обычная. В школе хорошо училась, дома дочь отличная. Вместе счастливы мы были, но этого не стало. На кокаин, на ложку меня ты применяла. Лучше мне побыть одной, встреч со мной. Найти тебя, тебя вернуть, искусство понимаю. Ты выбрала сама свой путь, в голове крутится путь проклята. Наркота, надеюсь, понимаешь, меня ты предала. Да обидно мне, ты не хочешь просто жить как все. Но почему у тебя лишь ветер в голове? Задаю себе вопросы, не могу найти ответы. В зубах клеют папиросы, позвони, скажи хоть где ты. Звонил твоим родителям, дома не было 3 дня. И плечами пожимают все подруги и друзья. Зашел во двор, там народу много собралось. Подхожу я к пацанам, чтоб узнать, что стряслось. Плач кругом доносится, скорая стоит. Пойдем поговорим, друга мне говори. Ты присядь и успокойся, не поможет тебе слезами. Передозировка, ее нету больше с нами. Лучше мне побыть одной, встреч со мной. Свой. По 2-3 суток не приходил домой. Районный участковый во двор нам привалил. Расспрашивал о нем, чего он натворил. Прибегал как-то в район, у всех одолжил деньжат. Все золотые вещи заложил в ломбард. Поехала у парня крыша, кричали все в округе. Как-то случайно донеслись до нас слухи, что он совсем недавно всадил пулю продавцу, который продавал его девке наркоту. За ним начали гоняться полиция, братва. И все волновались, дожил бы до утра. А утром бы уехал, ведь денег мы собрали. Но мертвого нашли во враге, мы опоздали. Много времени не пройдет, не забудут пацаны, как доза кокаина погубила 2 судьбы. Лучше мне побыть одной, встреч со мной.